Сегодня у нас наша выставка «Клин Купеческий». Мы встречаем детей из летнего лагеря 13-й школы. Такие экскурсии у нас проходят в июне уже третий раз, именно с 13-й школы. Здесь у нас выставка посвящена, как я уже сказала, называется «Клин Купеческий». То есть мы рассказываем о купечестве нашего клина 19-го, начала 20 века. Рассказываем, конечно, о самих торговых рядах, которые являются памятником архитектуры XIX века. Рассказываем о купеческих династиях клина. И у нас есть такой раздел выставки, который называется «Отголоски купеческого клина». То есть мы рассказываем о тех зданиях, которые принадлежали клинским купцам, которые сейчас украшают улицы нашего города. Клин торговыми рядами всем известен с давних лет. Прямо как Тула известна пряниками и самоварами, а Иваново своими невестами. Это помещение было открыто в прошлом году в Дню города. Это было в конце августа. Вот. Называется как? Выставка наша, прочитали название? Клинский. Клин купеческий, совершенно верно. Интересуются, конечно, жители города нашей выставкой. Вот. Она находится в исторической части клина, в торговых рядах. Все действие представляло собой не только разглядывание фотографий старинного города, но и интересную игру-викторину по итогам экскурсии. Детям было действительно интересно. Им открыли тайну, как можно узнать, кто ты, зная твое место жительства и многое другое. Например, как раньше называлась улица Ленина. Раньше улица называлась улица Купеческая, как раз по нашей теме. То есть это улица, на которой жили купцы. Вообще наш город Клин, он был разделен на кварталы. И каждое сословие жило в своем квартале. Кто не знает историю, обречен на ее повторение. Изучайте свою историю, друзья. Целью является просвещение наших клинских школьников, чтобы они, живя в нашем замечательном городе, таком древнем и вечно молодом, как его называют, они ценили историю нашего города и могли определить, какие здания являются памятниками архитектуры истории, то есть чтобы они ценили нашу историю, нашего города, нашего Клинского края.